Секрет успеха фильмов Эльдара Рязанова прост – собственный талант плюс профессионально написанная пьеса. Побольше музыки и веселого смеха. И главное – узнаваемые герои. Не какие-то абстрактные Ивановы и Петренко, а герои Рязанова – это реальные люди, которых практически каждый из нас встречал в жизни. Герой – это герой. А подлец – это подлец. Это качество героев делает для каждого из нас фильм жизненным. А когда герой в фильме побеждает подлеца, это как раз то, чего нам не хватает в реальной жизни. А в чем же коллизия фильма? Если про героев и подлецов все понятно уже в первой серии. А коллизия в том, что про героев понятно зрителю. А тому герою фильма, который стоит над простым героем и простым подлецом, еще непонятно. Но хорошую музыку и качественный юмор понимают все. Поэтому к финалу киноленты «Правда про героя» и подлеца доходит до самого верхнего героя. Добро побеждает. Зло наказано. И наступает долгожданный хэппи-энд. Зрители бегут кто в буфет, кто в туалет. После чего возвращаются к реальной жизни. К жизни, где нет музыки и мало юмора. А когда суть происходящего дойдет до самого верхнего героя, еще неизвестно.